Одной из мер поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществляющих строительство индивидуального жилого дома, является предоставление имущественного налогового вычета. Иными словами, льготы, полностью освобождающие такую семью от налогообложения доходов, идущих на строительство. Право на получение имущественного налогового вычета, предусмотренное статьей 211 Налогового кодекса Республики Беларусь, в сумме фактически произведенных расходов на строительство такого жилого дома, имеют граждане и члены их семьи, супруг, супруга, их дети, а также иные лица, признанные в судебном порядке членами семьи плательщика, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, либо состоявшие на таком учете на момент заключения кредитного договора, либо договора займа. До 1 января 2019 года имущественный налоговый вычет могли получить только дети плательщика, не состоящие в браке. С вступлением в силу новой редакции налогового кодекса Республики Беларусь такое ограничение было снято. Но воспользоваться таким правом после предоставления в налоговый орган необходимых документов могут лишь плательщики подоходного налога. При самостоятельном возведении жилого дома без участия застройщика или подрядчика расходы на строительство подлежат имущественному вычету в пределах стоимости, указанной человеком в заявлении в налоговый орган, но до того, как будет принято решение о вводе дома в эксплуатацию. Фактически произведенные расходы на строительство индивидуального жилого дома включаются в том числе расходы на разработку проектно-сметной документации, расходы на приобретение строительных, отделочных материалов, расходы на работы, связанные с внутренней отделкой дома, также расходы на монтаж и установку электрических систем, систем водоснабжения, канализации, систем отопления. Обращаем ваше внимание на то, что воспользоваться своим правом на данную льготу можно единожды. Для более подробного разъяснения вопросов по имущественному вычету при строительстве дома следует обратиться в налоговую инспекцию вашего района.